Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Проклятие мертвых богов». И все-таки я хочу разобраться в этой игре вместе с вами. Я уже немножечко поиграл, пойдем, наверное, мы с вами вот по этой дорожке. Потому что именно на этом пути у нас будет с вами хилочка находиться. Так, ну что же, у нас с вами есть определенные, ребята, приемы, которые мы должны сделать по возможности. Это раз. Во-вторых, насколько я понял, то выгоднее все-таки этих монстров бомбить в рукопашку. Это, конечно, все опасно, но тем не менее у нас с вами есть уклонение. Главное все это делать вовремя, и все будет у нас хорошо. Получаем деньги. Так, что это у нас тут валяется? Темный образ. Давай заберем. Конечно, некоторые вещи, которые я понимаю, не понимаю, что они делают. Оу, это было жестоко на самом деле. Это было сейчас жестоко. Короче, ловушки мы видим только при свете факела. Поэтому желательно поджигать вот эти вот всякие, ребята, тотемы, которые дают нам свет. Так, минус, да? И самые бесячие здесь в данный момент для меня — это вот эти ведьмы. Серьезно говорю, напрягает очень сильно. Нормуль. Так, больше здесь ничего нету. Ну, кувшины, это все понятно. По 10 голды. Так, опять шайка стоит. А, вон они. Ну, вы понимаете, да? Я выбрал локацию с золотом, поэтому буду здесь чисто зарабатывать золотишко. Главное вовремя уклоняться. И, в принципе, ребята, они никакого урона мне не нанесут абсолютно. Так, ну чё? Ага, захотел чего. Я просто все-таки хочу дойти до босса. Ну, по крайней мере, попытаться хотя бы глянуть, кто это такой. Подождем. Хотя это уже и не обязательно. А раньше я думал, что они боятся света, вот эти вот мертвецы. Хотя это на самом деле даже не мертвецы, это непонятные какие-то демоны. Так, забрали золотишко. 355 голды. На самом деле это очень мало. Если мы с вами захотим получить какой-то определенный бонус, нам нужно заплатить будет голдой или же кровью. Так, ну что, давай, наверное, пойдем сюда. Здесь у нас будет оружие. А вот какое, это мы узнаем, когда дойдем. Доступно сохранение. Так, кто? Понял, давай, наверное, мы будем бочки поджигать. Шикарно. Это я уже понял. Ну давай, 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 иди сюда. Двоих. Отлично, самое то, что нужно. Ё-моё, двоих уничтожили, а тут еще целая орда их появилась. И вот еще раз говорю, что самые бесявые для меня здесь — это ведьмы. Может быть, здесь запалить? Ну давай, беги. Мне бы главное самому, друзья мои, убегать, потому что можно взлететь. Вот это, наверное, было зря. Хотя... хотя нормально. Так, дай-ка я попробую. Ну куда ты, куда ты, куда ты? Своими когтями тут разбросался. Как вы меня бесите, а, ведьмы? Еще вот этот их бесячий способ перемещаться. Да и смотрите, вот я в них стреляю, да? Они довольно живучие. Если брать их в сравнение с теми демонами, которые у нас ползают, они живучие в разы. Ну, я лучше лишний раз побегаю. Вот так вот. Поистребляю, как говорится, издалека. Можно, конечно, сейчас рвануть туда, но у них есть некий удар, друзья мои, когда мы их бьем, да. И не дай боже, она успеет сделать вот этот, как тебе сказать, круг расчертить, и я в него попаду. Очень много наносит мне он урона. Да ладно, еще одна волна. Ну, я, в принципе, не... Оу, тихо, парень. Это у нас чемпион сейчас только что появился. Таких ребятулек я уже видел. Главное не подставляться под его вот этот вот удар. И в остальном, в принципе, все будет тип-топ. И следить, конечно же, нужно за счетчиком выносливости. Ё-моё, вот это он, да, вот это он мне сейчас зазвездачил. Да успокойся ты. Бегает как сумасшедший.
Сейчас, ведьма просто меня раздражает. Вот это вот. Опять он бежит. Хорош. Так. Если у тебя будет выносливость, как говорится, счетчик полный, то бояться тебе ничего не стоит. Смотри, что делает, а? Может быть, пора его проучить, малька? Так. Тихо-тихо. Он делает типа комбо у него. Два круговых и один с размаху. Понимаешь, да? Ну, готов. Подожди-ка. Алтаря не будет здесь с оружием? Получается так? На самом деле я думал, что из него что-то выпадет. А, алтарь у нас вот здесь. И что же нам тут достанется? Молот Ягуара. За каждого убитого врага восстанавливает 1% максимального здоровья. Плюс 1 к основному урону за каждое очко сложения. А это у нас проворный лук. Слушай, ну... Блин. Лук, я так понимаю, это дальнобойка. То есть, типа... нашего мушкета. Слушай, я хочу, наверное, взять... молот Ягуара. Надеюсь, я... сделаю правильное решение. Так, погоди-ка, погоди-ка, не то. Вот. Ну, в принципе, это... то же самое оружие, с которым бегал у нас... чемпион. С которым я только что дрался. Ладушки. Остается только проверить, насколько оно хорошо против этих мертвецов, да, и ведьм, естественно. И самое обидное, что у меня уже мало здоровья. Так, нам нужно идти с вами все выше, выше и выше. Вот там уже босс будет. Да. Я не знаю, друзья, что такое реликт, но мы пойдем именно туда. Так, получаем бонус. Надеюсь, хороший дадут мне бонус. А, золотое проклятие. Это я уже получал. То есть у меня тратится на 25% меньше здоровья. В принципе, это полезный навык. Меня он вполне устраивает. А, впереди будут ловушки. Так, ну это все, что у нас с вами приобретено. И именно здесь все это показывается. Типа журнала. Угу. Так, я не знаю, друзья, как вот сохраниться, потому что когда мы с вами заходим в новый портал, у нас идет сохранение. Но если мы погибаем с вами, мы начинаем все заново. И вот это меня немножко напрягает. Ну что, проверяем? Ага. Воу, слушай, слушай, мне это очень нравится, блин. Только вот не могу понять, восстанавливаем мы здоровье себе или нет. Там было написано по 1%, да? От ХП вроде бы, от общего. Так, побежали, побежали, да? Ну где вы там, идите сюда. Упс. Так, а я еще их и поджигаю, верно? Они вот горят. О-о-о-о, слушай, ну явно это было ништяк. Нечестивое лезвие, это второе оружие у нас. Ну, честно скажу, что я привык все-таки к пистолю. Да? Ну, к пистолету. Давайте, наверное, мы его заберем обратно. Револьвер Уэбли. Особых сил нету, но он все-таки дальнобойный. Так, ну что, где у нас там остальные-то все? Ага, перепрыгиваем. Тут все обрушилось к ядрени фени. И я вижу жаровню. И, как всегда, да, одна ведьма. И вокруг демоны. Вот, видите, вот этот круг очертила она. В него лучше не попадать. Иначе будет нам очень плохо с вами. Замечательно. Тихо, тихо, не надо подставляться под удары. Это плохо для нас. Так, кто-то там плачет. Ага, следующий алтарь. И что нам здесь? Фрагменты обсидианта. Так. 40 к сложению, ловкости и восприятию. Я даже не знаю. Давай, наверное, вот это вот возьмем, последнее. У нас с вами денег нет, поэтому опять придется жертвовать кровь. И вот это вот плюс 2 к сложению, тоже не понимаю, что означает. Но в любом случае мы с вами прошли второй коридор и направляемся уже за золотом опять. Сейчас получим еще один навык.
Надеюсь, хороший. Так, безумные видения. Это что-то новенькое. Обитатели храма атакуют не только ваше тело, но и разум, а иногда и душу. Короче, при получении у меня вызываются галлюцинации. Интересно. Это как понимать, галлюцинации еще вот. Так, о, вот это я попал. Вот это, тихо, бежим. Вот это был нежданчик, если честно. Сейчас просто врасплох меня поймали. Я вижу, демонов. Так, и опять же здесь чемпион. Ну, мне кажется, что сейчас будет мне с ним намного проще справиться, потому что у меня уже такая есть булавушка, как у него, в принципе. Так, тихо, не надо буянить, родной. Ай, красиво, как мы его ушатали. Ну что же, выносливость у меня полностью восстановилась. Вот, давай-ка глянем, что здесь у нас. Голда плюс плащ почитателя. Минус 10 голды к подношению. Все, больше ничего нету здесь. Ладно, тогда побежали вот по этой тропинке. Значит, здесь будут монстры, судя по всему. Ага, я уже вижу их. Я уже вижу эту ведьму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, вот это вот плохо дело. Тут такие монстрики, вот они. С ними нужно как можно быстрее расправляться, потому что они бомбят лучом, вот таким вот. Слушай, что-то как-то черно-белая какая-то фигня. Это вот, по-моему, друзья, и есть галлюцинации. Так, еще лича мне здесь не хватало. Я получаю, видите, не знаю, может быть, не, вот, по-моему, это реальный, это не глюк. Короче, я бы сказал, что я не галлюцинации ловлю, да, а просто почему-то черно-белое изображение становится. И это, честно говоря, меня напрягает. Что здесь такое у нас? Подвеска. Плюс 3 к восприятию. Тоже не могу понять, что это делает. Я собираю, а для чего это все мне нужно? Без понятия. Так, мы с вами, получается, прошли этот коридор. Я, честно говоря, не видел, чтобы мы тут с вами прям в золоте купались. Ну, давайте выходить. Так, опять оружие, да? Опять оружие у нас. А потом будет полностью отхил. Полностью отхил. Это как раз у нас где-то перед боссом. Я надеюсь, тут боссы вообще будут. Так, видите, нету, друзья мои, сохранения никакого. То есть нам в любом случае придется проходить от начала и до конца. А другого выбора нету. Тихо, что здесь у нас? Ага, ага. Ну давай потанцуем. Так что, ребята, я вам рекомендую, если кто, конечно, играет в эту игру или будет играть, берите вот этот вот молот Егора. Вы сами прекрасно видите, до чего же он крут. У него очень большой урон, но, естественно, нужно прокачать еще определенные статы для него. Так, опять бегают, да, за мной? Ведьма эта паршивая там свои опять. Вот это, конечно, немножко раздражает. Прям не могу, черно-белое все становится. Напрягает. Так, бежит, да? Вообще порвал всех. Так, ну что, осталась ведьма только, да? Сейчас я и до нее доберусь, друзья мои. Вот так вот, чтобы было здесь у нас светло. Это у нас уже, я так понимаю, выход. То есть просто сразиться с ведьмой. А мы шли сюда. Вот, видели? Я успел ее, друзья, бомбануть. Так, еще один чемпион. Я уже, честно говоря, привык к этим чемпионам. Потому что, естественно, я пробовал в эту игру поиграть за кадром, чтобы хоть маленько разобраться. Но все равно некоторых вещей мне еще до сих пор не понять. К чему они приводят, для чего там они сделаны, не знаю. Так, разобрался. Ну что же, давай алтарь активируем. Оружие, да? Слушай, ну... Даже не знаю, хитрый меч. Лезвие дуэлянта. Кинжал. Курону во тьме. Слушай, неплохой такой кинжал на самом деле. Естественно, так как денег у меня нет, приходится жертвовать кровь. Но, смотрим. Лезвие дуэлянта 36 урона имеет, ты понимаешь? Так, погоди-ка, я... Блин, я пистолет взял. Нам не нужен
Мне нужно лезвие взять. 36 урона против 20. Но не забывайте, что пистолет, револьвер у нас дальняя атака, а кинжал этот, естественно, ближняя атака. Неплохо, неплохо. Неплохие комбинации выдает. Ну, вряд ли я, конечно, буду им пользоваться, потому что у меня есть булава. Молот Ягуара. Так, подожди-ка. А, ну здесь тупик. То есть мне все равно вот в этом направлении нужно идти. И по ходу дела, да, мы прошли еще с вами один коридор. И теперь идем сюда. Друзья мои, пойдем сейчас восстанавливать себе фулл ХП. Но вначале, естественно, неупокоенные останки. Что это такое? Никто не знает, как по-настоящему погасить пламя. Оно поглощает любого, кого зачарует своим светом. Короче, ага. Если убить горящего врага, он взорвется. Понял? Прикол. Так, я надеюсь, здесь никого не будет. Но, все. Подожди-ка. А, тут вот так надо нажимать. Понятно. В общем, я восстановил себе полностью здоровье. 4 черепка у меня и 323 монеты. Друзья, еще два коридора и будет босс. Получаем еще одно. Так, мир теней. А это что такое? Глазу так легко обмануться тенью. Только свет покажет, где истина. Обычные враги маскируются, оказываясь в тени. Маскировку с врагов можно снять, посветив или напав на них. В принципе, все понятно. Значит, враги будут в тени вообще незаметны. Доступно сохранение. Только я не могу понять, как оно вообще сохраняется, если честно. Так, ну что, вот, я вижу врагов. И что? Пока никакой маскировки нету, да? Так. Опачки. А вот это, друзья мои, опасно на самом деле. Вы видели вокруг них? Так, что это такое у нас там лежит? Ладно, сейчас разберусь с этой ведьмой. Тихо, отходим. Мы можем, короче, ребята... Так, колющий щит. Это вторичное оружие у нас. Хм. То есть мы берем с вами щит, выкидываем кинжал. Я даже не знаю, что лучше, щит или кинжал. Ну, по идее, как бы щит, он может все-таки глушить врагов, да? Но лезвие дуэлянта все-таки покруче по атаке. Но тут парирование отражает 50% входящего урона атакующему. Ты представляешь, это тоже нехило, между прочим. Ладно. Пускай будет так. Фух. Ну что, где враги? Врагов нету, что ли? Ага, вот они. Мы их не видим до тех пор, пока не подсветим, ты понял? Это, кстати, плохой навык я получил. Ты посмотри, они сзади, они вообще в тени не видны. Они уже, оказывается, сзади меня были. Слушай, вот это проблема для меня. Тихо, тихо, тихо. Потому что этот взрыв, он и меня касается. Если я буду находиться в зоне взрыва, урон буду тоже получать. Вот это да, вот это плохо. Плохой навык я, короче, получил. Я бы даже сказал антинавык. По-моему, такой же щит, да? Ну да, прям копия. В общем, короче, враги в тени невидимы. А с факелом, естественно, я не могу драться. Так, что у нас тут? Реликвия Орел. Выносливость на 1 повышается. Слушай, ну а когда выносливость повышается, это хорошо. Я могу больше делать движений. Это выгодно. Ну что же, еще один коридор я прошел. И у нас с вами... Угу. Реликт. Пойдем посмотрим, что за реликт. Так, доступно сохранение. Ой, не люблю я это все дело. Так, ведьма уже... Опа, тут не только ведьма. Тут не только, друзья, ведьма. Тут и... Тихо ты, выйди, как же ты... Как же ты не вовремя, а? Иди сюда.
И надо в этот момент отходить как можно быстрее. Слушай, ну получается, мне невыгодно делать здесь комбо-удары. Взорвался, да? Ведь попал все-таки в этот эпицентр взрыва. Так, тихо, подожди. Не работает, что ли? Надо их уничтожить, потому что они могут активироваться в ненужный для меня момент и меня обстрелять. Хотя враг, если пойдет и попадет тоже под выстрел, он тоже будет получать урон. Сундук. Это хорошо. Что у нас тут? Копье. Слушай, ребят, вот это копье я пробовал, мне оно понравилось, но... ты понял, что делают они? Но я считаю, что молот все-таки будет получше, чем это копье, поверьте мне. Так, тихо, вон они, просвещаются. Только как только факел подносишь к ним, да, ты их сразу видишь. Смотри, какие жуки, они не побежали на ловушки. Они решили оббежать все это дело. Лопаются там как эти, да? Так, у нас тут еще оружие какое-то лежит. Как-то я его пропустил, видимо. Оу, тихо. А что это у нас такое здесь? Стальные когти. Стальные когти. Так, смотри-ка, черепок. Зачем, спросите, нам нужны эти черепки? Ребята, за счет черепков мы с вами получаем новые навыки. И причем эти навыки сохраняются навсегда. Так, тотемчик. Сейчас мы, ребят, посмотрим, что нам здесь достанется. Круну от ядов. Вот, 40% ко всем эффектам исцеления. И 2 к ловкости. Слушай, я думаю, что вот это нам нужно брать, потому что у нас с вами молот хилит 1%, да? А тут еще и 40%. То есть 1,5% к отхилу получается у нас. Слушай, ну нормуль. Так, а этот алтарь у нас пустует. А этот работает, но мы его уничтожим. Так, ну что, друзья мои, отправляемся, наверное, прямиком к боссу, чемпион. Не знаю, кто здесь будет. Дай что-нибудь полезное, пожалуйста, дай полезное. Так, истина Бельцалока. Бессмертие худшее из проклятий и лечит его только смерть. Здоровье постепенно падает до 103? Зашибись! Это у меня будет здоровье падать теперь, точно. Смотрите, у меня кровотечение висит. И оно постепенно падает. А вон там впереди, как видите, стоит босс-чемпион. Воу, что он делает? Нифига. Он призывает пантер каких-то. Отходим. Опа. Так, неплохо. Я ему сейчас зарядил. Опять же тебе хочу сказать одну вещь, что когда я получаю, блин, урон, у меня не видно, сколько здоровья у врагов. Ничего не могу понять. От этого удара, что ли, нельзя бежать? Или что? Не пойму. Потому что он у меня так пантерами своими, наверное, тут забомбит сейчас. Ага, можно. Просто нужно вовремя нажимать на уклонение. Я уже просто, знаешь, как ва-банк иду. Короче, он втыкает клинки и призывает тем самым пантер этих. Слава богу, пантеры не сразу на тебя нападают, как мы видим. Они стоят в сторонке, ожидают, но тем не менее... Так, тихо. Сколько там... Только хотел посмотреть, сколько здоровья у босса. А, все? Ну, что я тебе могу сказать, что первый босс не такой уж и сильный был. Ё-моё, черепки. Да, все мое. 17 черепков я насобирал. Мало это, на самом деле. Так, куда мне идти, сюда? А, нет, меня сюда не пускают, значит, вот сюда. Хм, слушай, ну, прикольно. Немезис. Кровавый охотник. Нанесенный урон 890. Слушай, интересно, а если мы сейчас с вами вот сохранимся здесь, мы будем начинать отсюда же или нет? Вот этот вопрос меня интересует. Ну-ка, открыть. Так у меня, по-моему, не хватит черепков, да? А, нет, хватит вот здесь, например.
О, 1000 золота в начале исследования. Я думаю, что стоит вот это, наверное, взять. Голда мне нужна для чего? Для жертвоприношений. Да, так. А, так у меня в любом случае не хватит, да? Не хватит черепков. Ячейки. Где благословение брать, не знаю. Вот милость какая-то есть, божественная. Давай потратим тоже 5 черепков. И все. Это божественная милость у нас была. 50 черепков нужно, чтобы открыть вот эту вот способность. Обалдеть, друзья мои. Просто жесть. Ну что? Мне хотелось бы знать наверняка, что сохранится у нас это или нет. Затмение проклятых близнецов. Это среднее исследование. Офигеть, а там было быстрое исследование. Ну что, ребятушки, наверное, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, мы увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока и до скорого. Удачки вам.